Вақыт шерифлеріңіз қайыр олсын, үрметлі серділер, я рада приветствовать вас, дорогие зрители. Сегодня я хочу посмотреть на мир с высоты птичьего полета. Мир – дунья, произносится мягко. Высота – юксеклик, птица. Куш – полет, учуш. Я решила посетить колесо обозрения. Слово «колесо» в крымско-татарском языке имеет несколько значений. В данном случае «колесо» – это ковчег. От этой красоты захватывает дух. Голубое небо притягивает взгляд, напоминая о ушедшем прекрасном лете. Небо – это кок, голубой – мавы, облако – булут, во множественном числе облака – булутлар, а лето – это яс. С высоты Юксекликтен открывается прекрасный вид Манзара, видны парки, а парк – это бахча. Высокие здания, чаще мы на них говорим небоскребы, высокое здание – Юксек-бина. Юксек – высокий, бина – это здание. Во множественном числе – высокие здания – Юксек-биналар. Цыгылыдослар, кататься – это кезмек, или можно сказать кезенмек. Моя прогулка подошла к концу. Менім кезентім сонуна келді. Я с вами прощаюсь. Мен сізлернен сағлықлашам. Я жду ваши комментарии и пожелания по электронному адресу elfb2015@gmail.com. Хорош кенде! Thank you.